Бронзовые лавочники, каждый со своим товаром. Мешки с колосьями, воробьи и самый настоящий екатерининский рубль. Теперь экстерьер торговых рядов украшает скульптурная композиция. Это подарок для рязанцев и гостей областного центра. Каждая деталь здесь – отсылка к истории нашего города. Идея проекта у рязанских скульпторов Василия и Полины Горбуновых. Корни его истории с 19-го года где-то, потому что впервые эти фигуры появились в проектах реконструкции площади Ленина, да, вот наши, в 19-м году. Но тогда они не имели вид вот законченного такого решения. Вот. И в процессе реконструкции про них забыли, про эти фигуры. Они были маленькие, ну, так, через декоративные какие-то элементы, элементы декора. А в этом году вот решили вернуться к этой истории, но уже в другом немножко формате. Торговая площадь с хлебными рядами. Именно так называлось это место по указу Екатерины Великой от 1780 года. Здесь ремесленники и купцы продавали все, от муки до рыбы. Кстати, по словам краеведов, документов о переименовании нынешней хлебной площади в площадь Ленина как таковых нет. Да и в целом, по прошествию веков, назначение, прописанное императрицей, не особо-то изменилось. Просто перечень товаров стал шире в силу движущей силы прогресса. Композицию «Хлебная площадь» создавали в команде. Помогали местные кузнецы. Наши фигуры все-таки имеют вес, вот, и их надо было, ну, на такую конструкцию крепкую. И поэтому мы применили здесь 16 миллиметров сталь. Вот, а ее внешний вид, он как-то подчеркивает вот наши торговые ряды. Есть здесь такая связь. Вот. И поэтому, конечно, первое – это чтобы надежная конструкция была, а второе – это элегантность, удобство, легкость. Место встреч, знакомств и свиданий. Авторы проекта уверены, что Хлебная площадь найдет отклик в сердцах людей и станет одной из любимых достопримечательностей областного центра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».